Привет, ребята. Канал про Москву. Остров мечты. Открылся. Да ни хрена это, блин, не остров, блин. И не о такой мечте мы мечтали. Какая мечта? Первая. В Москве. Загатинский, там как там. Блин, вы на карту посмотрите, где находится эта хрень. Вам сразу все станет понятно. Ну почему нельзя это все построить, я не знаю, где-нибудь, блин, в Подмосковье, там, чтобы лес был, и там все, чтобы красиво, чтобы территория была. Нет, в Москве с пробками, в промзона, блин, вырубить пол леса, блин, нафиг посадить какие-то деревья, я не представляю даже, сколько они стоят, и все остальное. Ну это ладно, хрен с ним. Дальше, если вы туда доехали, наверное. Не быстро, но можно доехать. Поставили машину, идете. Вы представляете, да, вот торговый центр, да, вот когда вот заходите, курицы стоят. Вот гарантию даю, что там тут будет то же самое. Вот, блин, ну как пить дать просто. Хоть там зону для курения делай. Хоть отдельную сторону все это переводи. Но все равно у нас народ такой. Дальше. С детьми. Я ценовой политики вообще ни хрена не понимаю. 10 тысяч на четверых 9900. Двое взрослых, двое детей. Вы что, ребята, охренели что ли совсем? В Москве? Я уж молчу про регионы. Но это бешеная сумма сходить просто с детьми, с семьей, я не знаю, за день. Это, блин, ну просто бред. Ну я понимаю пятерку, да? Ну потому что, во-первых, там аттракционы возрастные. По росту, туда-сюда. То есть вы пришли, там это кто-то прокатится там на одном, в очередь отстой. Потом ребенок прокатится на другом, в очередь отстой. Там вы все равно же не сможете, то есть все аттракционы не посетите за день. Во-вторых, ну блин, ну это просто нереальная цена. Это нереальная цена для Москвы, я вам серьезно говорю. Вопросы дальше, какие там туалеты. Я даже не удивлюсь, что они там будут платные или бесплатные. Самый главный момент вот в этом острове, да, там половина торговых центров. Для чего они там нужны, вот эти торговые помещения? Вы идете с детьми, сначала проходите огромное количество торговых точек. Для чего? Нет, я понимаю, это там для бизнеса, там выгодно там купить, продать. Вам это нужно? Вы на аттракционы пришли, а не в магазин. Большой. Потом, крытое помещение. Я, конечно, все понимаю, но находиться, вы представляете, целый день с детьми в крытом помещении, ну, это я не знаю, как для психики-то. То есть, ну, это просто, вот вы, если, вот вы попробуйте походить в торговом центре, там, я не знаю, полдня. Не знаю, на целый день вас вряд ли хватит. Там тоже есть игровые зоны. Оттуда выходишь, как чумной. Потому что закрытое пространство, я понимаю, на улице солнышко светит, там вот как на ВДНХ сходить, Сокольники, парк Горького, еще куда-то там, Царицын, да полно везде парков этих. Но это открытое все. Посидел на лавочке на солнышке, там, если солнце печет, летом там в тенечке присел, все там, дети там где-то играют, там еще что-то, прошелся везде, природа красива, тут строение, дома. То есть, вы понимаете, москвич живет в городе и приходит в город, чтобы там с детьми посидеть. Ну, это ж просто маразм. Просто маразм из маразмов. Я не знаю, но это будет, знаете, как парк Зарядье. Я вам потом сниму, покажу, что такое парк Зарядье. Что такое, мы по Москве покатаемся, я вам вообще много чего покажу, если честно. Охренеете. Хотя, может, и нет. Я не буду только плохое говорить, наоборот, хорошее.
Постараюсь. Хороший. Ну просто хорошего-то мало. Парк Зарядье, да, с его зонами. Он нравится, если честно, только ботам, по-моему, Собянину там и там, блин, стало там, блин, туда-сюда. Деньги там, блин, зарабатывают. Все, там смотреть не на что. Просто, блин, пипец. Это нужно просто, ну, я ладно, потом сниму это вообще отдельно. Сейчас про парк, этот остров мечты, господи. Мечты, блин. Я, конечно, туда, может быть, схожу. Может быть. Сейчас наверняка народ туда пойдет посмотреть, как там что. Народу будет, привезут, естественно, там. Цену сейчас наверняка сбросят. Это шаг же у нас любит всегда сначала задрать, потом, блин, для народа, давай пониже. Все, бесплатный, как вот сделали там этот, что-то там, как ее катается этот вагончик, хрен знает, сколько стоит с МГУ, с гор спуститься, блин, и подняться, вот эта тема. Ну, на что там смотреть, я не знаю, блин. Ну, посмотреть можно, ну, прокатиться, блин, ну, это ну, уже бред, ну, по такой цене, блин. Для кого это все делают, я не понимаю. Не, я понимаю, для кого это делают. Я, знаете, как вот мне сейчас дай деньги, да, что бы ты, куда, ну, блин, надо же там это, куда-то деньги деть. А давай-ка я сейчас что-нибудь, блин, я не знаю, сейчас... Да у меня даже, блин, у мозгов и то больше я не буду сейчас говорить, потому что, блин, это идеи будут, понимаете, для бизнеса. Ты еще посмотрят там, блин, скажут, о, давай так же замутим, только за миллиард сейчас, блин, сделаем вот эту хрень, блин. Ой. Я даже не знаю, что сказать. Я вот сегодня даже комментарии на Яндексе почитал, посмотрел. Блин, почему они новости убрали из топов? Ну там пипец, ребята. Там, ну блин, ну там вообще просто, блин. Там хайп стоит такой, что, ну я вам серьезно говорю, там все боты за, блин, все, блин, мы там, да, молодец, Собянин, только не понимаю, при чем здесь вообще Собянин, который то органа смотрел какой-то, или орган он там смотрел, это в Заряде, то он насмотрел то, он побывал там, посмотрел здесь, посмотрел за, во, работа, блин. Блин, то, что там врач в поликлинике, блин, нету, блин, заболело, некому пойти. Иди, блин, жди, блин, через две недели, когда она выздоровеет, тогда и придете, блин. Это он не осмотрел. То, что у каждой тумбы стоят, да, вот, блин, ну бабки стоят старые, я их тоже понимаю, конечно, не понимают в этих компьютерах, там, ну извините, опять же, там три кнопки, блин. Три кнопки нажать, талончик, чтобы выехал к врачу, стоит у каждого, блин, аппарата, стоит, блин, это сотрудница, я не знаю, как они, кто они там... Ну, не врач, понятно, кто, блин, в халате, чтобы она нажимает кнопки, блин, стоит аппарат. Да, блин, дайте этой как ее, сотруднице по листу бумаги, она от руки будет писать номер, придете 13-го, все, пошел вон. Нет, блин, надо подключить к сети, аппарат работает, аппарат обслуживает, блин. И стоит еще и эта зарплата получает. Ну, это же, блин, ну, вообще просто. Врача нету, специалиста, а эти стоят. Приходить через две недели. Блин, пиликает сообщение в чате, пипец идет. Короче, как-то так. Ну, давайте на этом и закончим, наверное. Много тем еще будет интересных. Пока.